Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мы с моим молодым человеком живем вместе 1,5 года. Ему 30, мне 25. За это время его мама говорит, что я тварь и так далее. Мне очень обидно, так как я до ее сына, то есть 25 лет, никогда не встречался ни с кем. Он мой первый парень. Говорит она это все ему, на мои просьбы защитить как-то словесно меня перед ней. Он отвечает, а что я должен сказать, я не смогу изменить ее мнение. Я его обстирываю, кормлю досыта. Потому что он у меня спрашивает каждый день, где чистые вещи. И что сегодня будем есть. А его мать орёт, что исхудал, и ей его жалко. Дома я готовлю, моя мама у себя готовит и нам привозит, чтобы мы вкусно кормили. Когда мы с ним сходились, он из родительского дома пришел ко мне, чуть ли не в состоянии анорексии. Сейчас я сам видел, что заметно поправился. Я уже вся выжимаюсь, а его мать на нашу семью, маму и папу моей грязи поливает, а он вообще ничего не предпринимает, чтобы это прекратить. Плюс еще мама нам свою квартиру отдала, где мы сейчас и живем. Поговорить я с ней не могу, так как она не хочет меня видеть и слышать, как только видит, начинает изображать истерику. И до меня были у него девушки, его мама не открывает, что она поспособствовала их разлуке, говорит, что это ее сын, и никому она его не отдаст. Главная причина ненависти ко мне то, что он теперь СП несет в наш бюджет общий, а не дает ей, когда он просил пару раз не оскорблять меня, она диким ревом начинает орать. Ну, смотрите. Я бы сказал, что вы вряд ли действительно сможете изменить либо молодого человека, либо его маму. Вот. Поэтому здесь вам нужно определиться с тем, принимаете ли вы, например, молодого человека и маму такими, какие они есть или нет. А вот, если принимаете, то хорошо. Если принимаете, если не принимаете, то, соответственно, нужно вот что-то делать, да? Вот, а сейчас получается как бы так, что мама, значит, с определенным характером молодой человек, тоже с определенным характером, и вы, в общем-то, получается, пытаетесь вот, ну, поменять и переделать, как бы, в данном случае, его и как бы, и маму тоже. Вот. Поэтому, в первую очередь, определитесь, пожалуйста, своим отношением к маме и молодому человеку. Вот, именно со своим отношением к ним. Вот. Дальше. Значит, вот то, что вы описываете, да, если вас в целом устраивает, то какие у вас отношения с мужчиной, да, то, что вы описываете, ну, в принципе, если вас это устраивает, если вам нравится, обстирывать, как вы говорите, и кормить своего мужчину, то это одно, да, то есть если вам нравится это делать. А если вам не нравится, или в смысле того, что если вас это не устраивает, то тут уже другой момент. На мой взгляд, вы просто занимаете родительскую позицию по отношению к своему мужчине точно так же, как он занимает по отношению к вам такую же позицию, что и с мамой, судя по всему. Вот. И вы ведете себя с ним как с ребенком, и, соответственно,
Ну, если вы ведете себя с ним как с ребенком, то он и занимает такую вот, ну, детскую позицию в буквальном смысле этого слова. Вот, и, соответственно, чтобы это изменилось, вам нужно менять в первую очередь свою модель поведения, вам нужно обратить внимание, как мне кажется, на ряд ваших собственных сложностей, обратить внимание на ряд ваших собственных трудностей. Вот, как то проблематика личных границ, самооценка, то есть вас довольно легко задеть. Вот, судя по тому, что вы пишете. Да. Вот. И вопрос вашей собственной реализации страхов. То есть вот это такой классический набор в данном случае для созависимых отношений. То есть ваши отношения с молодым человеком очень сильно похожи на взаимоотношения созависимых. То есть вы как будто бы созависимы в данном случае, получается. Вот. Понятно, что ничего хорошего, да, из вот такого рода отношений получиться, в принципе, не может, наверное, потому что это неравноправные, деструктивные, дисфункциональные отношения, в которых ни вы, ни, в общем-то, молодой человек, да, не чувствуете себя как-то хорошо. А ни вы, ни молодой человек, в общем-то, не чувствуете себя свободными, не чувствуете себя в каких-то комфортных обстоятельствах, условиях и так далее. А личные границы также касаются и того, что, ну, по сути, вам готовит мама, квартиру отдала другая мама. То есть это, по сути, такая вот несамостоятельность получается. Мы как пара, да, самостоятельно себя, получается, обеспечить не можем. При этом мы, условно говоря, живем не по возможностям своим. То есть нам, например, признать свои собственные ограничения, которые у нас есть. Нам сложно или нам, ну, как бы, ну, болезненно, скажем так. Да, нам болезненно это признать, например. Вот. И мы, значит, живем непосредственно, получается. Вот. Такая вот история, как мне, по крайней мере, кажется, да. Как мне, по крайней мере, видится этот аспект, то, что я могу вам сказать сейчас. Еще очень важный момент заключается в том, что вы говорите о проблеме, но вы не задаете вопрос свой. То есть, ну вот вы описываете ну, как бы, ситуацию, да, вы описываете ситуацию, которая оказалась в данном случае. Вот. А хотите-то вы чего? Вот. То есть, ну, как бы, нужно вам что? Вот. В чем вы нуждаетесь? Какой помощи, например, да? Какой помощи и в чем вы хотите
получить от нас. А я имею в виду от психологов в данном случае. Вот. Вот на это как-то тоже нужно обратить внимание, на мой взгляд, потому что без этого довольно проблематично будет вам, во-первых, что-то подсказать, во-вторых, довольно проблематично будет вам помочь, потому что не совсем в данном случае понятен, скажем так, тот вектор, по которому вы вот, хотели бы двигаться. Вот. Вот, пожалуй, то, что я бы вам сейчас ответил, вот, пожалуй, то, что я бы вам сейчас сказал. С точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Удачи вам, всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам успехов, обращайтесь, не затягивайте начало психотерапии. Возможно, вам, а возможно, и вместе с мужчиной.